Вітаю, ви дивитеся інтерв'ю. Я Олександр Васильєв, і сьогодні мій гість – лідер партії 5-10, український політик, мільйонер Геннадій Балашов. Геннадій Балашов – український підприємець, блогер, політичний філософ та громадський діяч, лідер політичної партії 5-10. Автор ідеї скасування більшості існуючих податків в Україні. Геннадій Балашов був народним депутатом України третього скликання. Наприкінці 90-х заснував та очолив партію «За красиву Україну». Входив до громадської ради експертів з питань внутрішньої політики при президенті України Леонідові Кучмі. У 2019-му балотувався на посаду президента України. Згідно з дослідженнями Інституту риторики імені Кеннеді, Геннадій Балашов визнаний одним з найкращих ораторів України. Кавалер ордену за заслуги третього ступеня, одружений, має трьох дітей. Пане Геннадію, вітаю, дякую, що прийшли. Ну, розпочнімо, давайте, зі скандалу. Так розумію, ця історія ще триває. Ваш конфлікт з Дмитром Гордоном, ви назвали його в ефірі одного з телеканалів агентом Кремля. Він, у свою чергу, подав на вас до суду. Давайте зараз подивимося, як це було, і після ви прокоментуєте. Будь ласка. На двох каналах, 112 News One, а також ще туди підключається канал наш, сидить такий лисий чоловік, я не буду називати його фамілію, і він вводить в естеблішмент людей Медведчука. Більше того, йому розрішили критикувати Медведчука на його каналі. Далі він може критикувати на російських каналах, постійно його показують, раз 10 вже, він там Путіна критикує. Тобто що нам, українцям, усипляють бдительність. А що він внедряє, Гордон? Він говорить, націоналістичні движення – це все КГБ. На Майдані они стреляли, там Бандера плохой, так, знаете, потихонечку, и рейтинг растет. Гена по кличке Кабан вылез на канал, принадлежащий Петру Алексеевичу Порошенко, и начал рассказывать небылицы. Я хочу сказать не только этому дурачку Гене, но всем нормальным людям, которые меня сейчас слышат, я никогда не был агентом КГБ. Я никогда не был агентом Медведчука. Я видел Медведчука Виктора Владимировича 3 раза в жизни. Я подам на этого дурачка в суд. Я этот суд выиграю 250%, потому что этому парню придется доказывать, что я агент КГБ и агент Медведчука. Я ему выдвину большой иск, впаяю ему большой, финансовый. Он богатый, у него много недвижимости. Он такой поднаторевший в бизнесе. Пусть раскошелится. Гена, я не агент. Я тебе скажу больше, и ты не агент. И ты, Гена, даже не крокодил. Ты просто да**б. С этим теперь и живи. Честь имею. Да. Ну, вот так вот. Удачно нам удалось Гордона втянуть в этот батл. Он втянулся. Вы говорили, что вы в целом это задоволены этой историей, адже она принесла вам пиар. Да, это отличный пиар. Все началось с того, что Гордон в одном из интервью сказал примерно следующее. Я не знаю, кто это такой. Когда ему задали вопрос, я не знаю, кто это такой. Это вообще никто, и звать никак. Ну, тогда созрела мысль его втянуть в батл и все-таки показать, чтобы он правильно выговаривал имя, отчество и фамилию. Я не хочу тут обговорювати подробиці цього конфлікту, адже Дмитра Гордона немає у цій студії. Ну, мені здається, що це буде некоректно. Ні, ну, дійсно, подав в суд. Да, от я хотів запитати, чи подав? Подав в суд абсолютно. Да. 2 глупых иска, он за них заплатил, то скорее он будет платить, потому что он платит за обслуживание суда. Эти иски сейчас в суде. На каком этапе этот процесс сейчас? На откладывание. Это может длиться годами, там, десятилетиями. Может. Я бы на его месте отозвал бы, не втягивался, потому что он по весовой категории, как блогер и как ведущий масс-медиа, владелец газеты, он гораздо больше меня. И он не должен был по правилам втягиваться в батл. Но я рад, что я его втянул. И на нем мы потренировались, как, в общем-то, это все раскручивать. И это, конечно, будет продолжаться до тех пор, пока он из суда не заберет эти бумажки, которые ничего не стоят ровным счетом, потому что доказать, что ты агент КГБ или ты не агент КГБ, и что это оскорбление или это не оскорбление, это невозможно. Мы использовали ситуацию политическую, потому что Гордон выступал на политических каналах со своими политическими воззрениями. Пока он был как журналист, брал интервью, все было нормально. Но когда он начал тянуть с Мешко, опять же, агента ФСБ,
Опять же, вот этих всех, он, ну, не агент ФСБ нашего, СБУ, да, там он там работал, главой был, при Медведчуке был. То есть он дал возможность нам сложить эту картинку, с кем связан сам Смешко, и почему Гордон его так пиарит и тащит. И, конечно же, бросалось в глаза, что он работает на каналах Медведчука, ну, и ездит в Россию. Знову ж таки, без Дмитра Гордона тут, я думаю, некоректно буде подробиці цієї історії обговорювати. Гордон хороший парень, но вот он поступает глупо, и я даже не ожидал, что он будет так глупо. Ну, подивимося, чим завершиться ця історія. Власне, ще одна скандальна така ситуація трапилася з вами у 2014 році. Тоді ви вийшли до учасників антимайдану, це було під час революції, і у доволі такій різкій формі висміяли кримські підставки, да? Да, висміяли цих людей, за що вас тоді так насправді критикували. Давайте згадаємо, як це було, і після продовжимо. Будь ласка. Посмотрите, скільки підставок під флаги привезли. Це самые лучшие подставки под флаги з Криму. Они умеют держать флажки, а работать-то мы умеем, обездоленные вы наши, за власть. Она вас разорила, обокрала, а вы стоите. Я Балашов Геннадий Викторович, здравствуйте. Мне очень с вами приятно, за какой вы мир, за какой мир. Вы подставки под флажки даже не знаете, зачем вы сюда приехали. За Януковича, Януковича раздел. Смотри, у тебя латаные штаны, посмотри на себя. За Януковича. За деньги стоять надо, а не за Януковича. Победимы! На вас еще жальче смотреть, чем на Донбасс. Вы хуже Донбасса. Да, да. Бедолага ж ты мой. Мы победим все равно. Не дадим разорвать Украину. Не победил, ни одного своего не осталось. Такое уникальное географическое положение. Вы, нищие люди, защищаете Януковича и его золотой унитаз. Так вы его выбрали. Я его не выбирал. Вы, придурки, выбрали. От багато хто насправді, ну, з одного боку смішно, але з іншого боку, ну, мені здається, трохи некоректно висміювати цих бідних, я маю на увазі, у фінансовому плані людей. До речі, і вже після того ви не раз дозволяли собі такі неоднозначні висловлювання щодо звичайних українців. Ну, да, я і час говорю о тому, що ну, процитую вас, українці явно безтолкові і тупі. Кого це я так назвав? Українців. Да, многі безтолкові, більшість навіть безтолкові, да. Ну, а чому бестолковые же... финансово, бестолковые политически, бестолково живут. Это же очевидно. Мы же их видим на улицах. Вот сейчас, когда, ну как я могу сказать, когда сейчас вот против земельной реформы, да, чтобы разрешить им продавать землю и им же покупать землю, они выходят и бастуют за запрет себе продавать и покупать землю. Это же сейчас большинство. И как я должен их называть? И когда, конечно же, тогда свезли буквально, ну это же очевидно, за деньги с Крыма, автобусами, привезли этих раздетых, разутых людей, 11 градусов мороза там или 15 было, и они вот это стоят с вот этими подставками, это было все настолько очевидно, что это невозможно было не комментировать. А то, что комментарии удачные были, да, это многих раздражало, потому что, ну, это же столкновение все-таки, Майдан, Айти-Майдан, там, проблема Донбасса, проблема Крыма, это уже было позже. Но тогда это было вот в таком виде. Ну, а называть наших людей, понимаете, когда выходит, допустим, тот же Саакашвили, да, и говорит, вы мудрый народ, я вам там помогу, потому что вы мудрый народ, а перед ним сидят обездоленные, несчастные, задуренные люди. Вместо того, чтобы им указать на некоторые вещи, как им исправиться, политики часто обманывают их, называя мудрым народом. Но все ж таки, чи може український політик, тим паче кандидат на посаду президента, вот, дозволяти собі такі висловлювання? Я, во-первых, не претендовал на посаду президента, потому что у меня нет электоральной поддержки. Я выдвигался для того, чтобы донести идею. Иногда, чтобы вам распространить идею, нужно вот как тренеру по бизнесу, да, вбить гвоздь в голову, ну, именно такой информационный. И когда ты вот действительно говоришь, что люди, начните думать, его надо дестабилизировать. То есть алкоголику иногда надо сказать, что ты алкоголик. И после этого алкоголик, конечно же, как, кто? Я алкоголик? Драться полезет, чтобы доказать, что он не алкоголик. То же самое с людьми происходит. Когда он говорит, что вы бедные, обездоленные, несчастные, по причине того, что вы не учитесь, не хотите разбираться, верите непонятно кому, это, да, их раздражает страшно. Но, тем не менее, и только это помогает. Потому что вот я когда там рабами обзывал жителей Донбасса, которых тоже свозили, да, после этого очень много ко мне в офис через там год, два, три приходили люди и благодарили. Они говорят, мы только тогда созрели, когда на нас вот так вот показывали пальцем, говорили, вы рабы на галерах, вас сюда свозят как подставки под флаги. Это влияло тогда на агитацию.
От ви назвали цих людей підставками під флажки. А зараз давайте подивимося кілька фото з акції вашої політичної сили, да, партії 5-10. Ну, покажіть, будь ласка, фотографії. Мені насправді складно повірити, що ось ті люди, які стоять з прапорами 5-10, не є, як ви називаєте, їх підставками під флажки. Ви платите цим от молодим хлопцям? Ніколи. Якщо б я платив, було б більше людей. Тобто вони за ідею? Ну, я просто бачу, що хлопцям там по років, ну, ліворуч, знизу, по років 17. Ну, хіба вони розбираються, що таке 5-10, податки і тому подібне? Це люди, от ви посмотрите на їх навіть качество людей. Це бізнес такий, малий, середній бізнес. І оце вони бізнес? От це возле парламенту, ну, це з'їзд був. А тут? Ми зібралися. Я бачу молодих хлопців, ну, можливо... От, не повірте, я все виключно із Ютуба достаю. Із Фейсбука і Ютуб, через спілкування. І от якщо зараз я, допустим, об'явив би, що я там збираю там з'їзд, з'їхались би там, ну, чоловік 500 з'їхались би на... А далі, да, от вони от так от фотографуються з удовольствием, многие себе узнають. Тобто ви, но это совсем другие люди. Ви не оплачуєте ці акції? Никогда. А почему я на улице провожу? Щоб за зал не платить. Ну, символіка це купується за ваші. Да, это, так, розумію, ну, да? Не совсем за мої, потому что люди здають на партію деньги по 1500. У мене на остатки всегда є деньги із партійного счета. Поэтому, а это единственное, что мы можем покупать, это символику для партии. Что все остальное запрещено по нашему законодательству. Ну, про партію вашу поговоримо трохи, да, пізніше. Зараз, повертаючись знову ж таки до часів Революції Гідності, відомо, що ви підтримували Майдан, і в одному з інтерв'ю ви сказали, що в день Майдан коштував 500 тисяч гривень. Так, так. Хто фінансував Майдан і чи давали гроші ви? Ні, я не давав гроші. Фінансували, частично люди фінансували, але стратегічно фінансували пул так називаємо олігархів, які хотіли свалити, або багатих людей. Ну, ви знаєте, вони ви можете назвати імена? Я можу сказати, вокруг кого вони крутились. Це, з одної сторони, це Свобода, яка держала сцену за її счет. Там люди батьківщини, які присоединились к этим, там Турчинов, Яценюк, всі вони. А вокруг кожного із них є пул бізнесу, який сливав туди гроші. І тому ми бачимо, хто стояв на сцені, це в основному люди, представителі крупного бізнесу. Це ж потім спливало, що той же самий Порошенко, який був рядом все время з Майданом, да, їздив к Фірташу. Да? Ми можемо предположити деньги Фірташа в Майдані. Кличко їздив к Фірташу, ми можемо предположити деньги Фірташа. Тому Майдан стоїв достатньо дорого, це було організовано все неплохо. Не знаю, давали ли іноземні агенти, там, типу, вот, но вони активно участвували. Та ж саме американське посольство участвувало і всі остальні посли. От, у 14-му році, під час вже анексії, ви поїхали до Криму, да, вас там викрали, побили, а через 8 днів відпустили. Ну, так, ні, так написано 8 в інтернеті. Да. Розкажіть, що це, да, було? Ми утром прилетіли туди, одразу були атаковані місцевою самообороною. Это я тогда думал, что самооборона, они, ну, так они были озвучены. Потом эта самооборона уже погналась за нами на площадь, и там я был уже изъят вместе с милицией, отвезен в райотдел. У нас, до речи, есть фотографии ваши после побытия, зараз мы, да, побачим. Круто съездил. А навіщо ви туди поїхали? Ну, во-первых, я не понимал по картинке телевизора, что на самом деле происходит. Картинка говорит, тогда Порошенко съездил туда, его погнали, помните, с площади такой толпой. Мне было интересно, потому что я не мог себе представить наших людей так бастующих. Мне казалось, что что-то не так происходит. Мне важно было увидеть. И я это увидел. И в дальнейшем это выяснилось. Потому что похищал меня то под руководством Гиркина, там эти полковники ФСБ. То есть вот эти вот в аэропорту стояла не самооборона, а это стояли работники ФСБ. А навіщо було вас викрадати? Я думаю, показання. Це було вже після підставок під флаги. І коли їм сообщили, що це Балашов приїхав, їм важно було похитити звісного чоловіка і збити, щоб він потім показав на своєму Ютубі вот это. І всі остальні увидели, що в Крим їхати не можна, що в Крим опасно. По суті, це була акція запугивання остального населення. Я тоді не зовсім це розумів. Але потім, розібравшись по череді событий, і чому мене відпустили в той же день. То есть вечером в 11 или в 12 часов меня уже выкинули в поле. А где вас тримали? Потому что меня в каком-то, не знаю, на какой-то стройке, потому что я слышал запах стройки, и там меня как бы вот избивали и пытали. Ну, как жодних вимог не было? Ні, вони как бы проводили воспитательную работу, что так делать нельзя, вот ты такой-сякой. Страшно было? Я думал, что меня убьют.
Меня, я думал, что убьют, но так как они не снимали с головы вот этот вот колпак и просто калашматили по голове, вот разбили там бровь, там все, то они, у них задачи убить не было, а их задача была это устрашить, избить и потом выбросить. Mm-hmm. А потом, когда уже в поле повезли, вот это было самое страшное, потому что я чувствовал, что меня сейчас просто в поле вывезут и застрелят. Они вооруженные все. И а похищали. Что ж такое, до речи, траплялось с вами в 90-е? Никогда. Вот как-то проносил Бог мимо всего этого, а вот это было страшно по-настоящему. Угу. Это действительно я пережил переживание, даже был потом посттравматический синдром, там где-то неделю я оглядывался, мне все казалось, что за мной следят. Поэтому я понял, что как устрашают, как работают спецслужбы, как стучат там по какому-то железному столу, когда ты ослеплен. То есть это достаточно такое, ну, как для меня, очень мощный стресс был. На вашу думку, Петро Порошенко, президент Петро Порошенко, це одна з перемог Майдану, чи все ж таки навпаки? Я думаю, що він йшов к чому-то, але не к президентству. Я думаю, что он шел к какой-то большой должности вот в этом составе этих людей, которые стояли на Майдане. Явище, вот як наслідок Майдану. Президент Петро Порошенко. Это не достижение. Это вынужденная, вот, кстати, вынужденный выбор украинцев. Вот так бы я сказал. Я сам голосовал за Порошенко. Когда он пришел, я перешел сразу там, ну, в оппозицию нашу, потому что я не верил в то, что он что-то будет делать. Но для того, чтобы установился мир, мне казалось тогда, во всяком случае, так были промыты наши мозги, что с Порошенко это как-то связано. У него невнятная избирательная кампания была, житый по-новому. Ну, вот мы с вами живем по-новому. В принципе, все выполнено. Порошенко не лучший президент для Украины, я могу сказать. Но он лучше Януковича, лучше Кучмы, лучше Ющенко и всех остальных. В одному из интервью також ви сказали, що деякі українські політики, які, власне, стали політиками на хвилі Майдану, буквально грабували будинки регіоналів і на цьому заробили шалені гроші. От розкажіть про це. Ну, посмотрите, читаем декларации там Ляшко, не Ляшко, а этого, его публичников, Масейчука mm-hmm. и Лозового, mm-hmm. да? В этих декларациях мебель 19 века, сабли 16 века, какие-то иконы 100 штук, набор вина там 200 штук какого-то там года. Ну, можливо, года. Подарували. А, нет, я же знаю их биографии. Один из тюрьмы вышел перед самым Майданом, голый и босый, как сокол. Масейчук. Да, Масейчук. А Лозового я знал по тому самому, что он очень бедный парень, пока не прибился к Ляшку. А звідки ви його знали? Ну, он ходил всегда там возле Корчинского, там, мы были знакомы с ним. И эти люди не могли иметь вообще никаких статков. А тут у них такие вещи антикварные, которые можно взять только где? Только в домах регионала. Вот вам и все предположение. Они еще с дуру умудрились это в декларацию занести. З Дмитром Корчинським, до речі, знакомий, свого часу, да. Ну, не просто знайомі, ви да. співпрацювали, я так розумію, було. Що ви підтримували братство. Ні, у мене була ідея, у мене завжди я підтримую тільки одну, відміну налогів в Україні. У мене була ідея, як у Ісуса Христа, пойти к прокаженным. Я рассматривал братство як прокаженную партію. Знаєте, там одні там, чуть ли не полубомжи там, таки, вокруг Корчинського, і він ими руководит, як небольшой шайкой. І я думав, я прийду туди і буду їм розказувати про налоговий рай, mm-hmm. про 5-10, і вони, значить, воодушевляться этим. Не вдалося. Ну, от в одному з рейтингів вас назвали найкращим оратором України. Да. А чи вважаєте ви Дмитра Корчинського, ну, я б сказав, навіть, можливо, геніальним оратором? Ну, его большие речи перед большой аудиторией ничего не стоят. Он хороший полемист. Он очень хорошо может по телевизору полемику вести. А как оратора я его не слышал, во-первых, ни разу, чтобы он выступал на большой трибуне. Поэтому я не могу ценить. Он хороший полемист, он хорошо начитан. В своем амплуа он неплохой. Ну, дело в том, что еще хороший оратор зависит от того, нравится это публике, то, что он угу. говорит. А вот переубеждать толпу, вот это самое сложное. Когда вы идете, начинаете с контры толпы, и она через время начинает в вас верить. Вот это, пожалуй, самый лучший оратор, который на контрверсии выступает. Не так, что вот как Саакашвили, отличный оратор, да? Вы мудрые люди, я вас люблю, вы там вообще там, растворился в них, и люди такие стоят, слушают, о, как, какой прекрасный человек, да? А на самом деле он ничего не несет, потому что хороший оратор должен все-таки нести идею. Також ви свого часу співпрацювали з Леонідом Черновецьким, але потім говорили не раз, що це була ваша величезна помилка, і більше б ви з ним ніколи не зв'язалися. Чому? Черновецький був фінансистом партії. Тогда партия «За красивую Украину», и мы договорились с Черновецким, что он будет финансировать. Он должен был отфинансировать 1 200 000.
по 100 тысяч. Это ж я заходил на выборы президента на Кучму. И, в принципе, задача была набрать где-то 10% и сразу же пойти в парламент. То есть, ну, вот такая задача. А Черновецкий выдержал ровно половину, 6 месяцев, и, воспользовавшись случаем, условно говоря, продал все интересы партии, получил от команды Кучмы дивиденды и выскочил с партии меньше, вместе с финансированием и партией, и печатями партии. Вот там и вся, так сказать, подноготная этого. А там в той же партии было то же самое. За красивую Украину, за отмену налогов на территории Украины, за налоговый рай. На вашу думку, те, що українці обрали президентом Володимира Зеленського, це показник того, як ви висловлюєтеся, що українці туповаті? Чи все ж таки індикатор демократії? Ну, народ в цілому нельзя називати тупим ніколи, тому що какая-то там мудрость присутствует, і коли йде таке, знаєте, масове волеизъявление. Це вашими ж словами. Да. Ну, и разный контекст всегда. И когда народ высказывается, наверное, он что-то чувствует, потому что мы выбираем на уровне чувств. Если они решили выбрать артиста, выбрать шоумена, значит, они разочаровались вообще во всех политиках и во всех идеологиях. Что здесь плохого? Что Зеленский не идеологичен вообще. То есть они выбрали кота в мешке, условно говоря. А хіба у нас взагалі в Україні є ідеологічні партії? Ну, крім, можливо, Свободи, я не знаю. Одна партія 5-10 більше ні. Свобода теж не зовсім ідеологічна, тому що ідеологія їх вроді би на ученнях Бандери, да? А вони виступають проти ринку землі. Послухайте, Бандера був за ринок землі. Більшість громадян України взагалі не отримали землі, хоча має право за Конституцію. Що Бандера говорив зачитати? Послухайте, та ви забули про Бандеру. Ні, це ж ваш Бог, пожалуйста. Отвечайте за Бандеру. Бандера – це герой української нації, завдяки якій ви живете в тому числі незалежній державі. А тот за вільний обіг землі був всегда. Поэтому многие вещи не корреспондируются с прошлым. Партия все-таки должна нести... Ну, для меня идеология – это идея плюс ее логическое объяснение. И когда мы спрашиваем, какая идея у свободы, вы растеряетесь просто говорить. То есть нет концентрированной идеи. Так, как и во всех остальных партиях. Они обычно за все хорошее. Зеленский тоже шел... Я сделаю все правильно, поверьте в меня и так далее, не говоря конкретики. Когда сейчас началась конкретика, да, по рынку земли, по там, Донбассу, по многим вещам, рейтинг начинает ползти назад. Но до того, как его выбирали, он это не говорил. Но люди, народ, решил не выбрать никого из старых политиков. И то, что произошла такая мощная смена поколений, сейчас вот оценивая ситуацию, то я понимаю, что это очень положительный удар. Потому что это даже похоже где-то на революцию. Потому что вдруг все старое поколение моего возраста, там, после 40, оно было сметено с политической арены. И новые люди зашли и в парламент, и в правительство, и везде. Этим воспользовались лучше всех, конечно же, еврооптимисты и люди, которые евроинтеграционные процессы. То есть фактически сейчас у нас сформировалось правительство, которая вышла из офисов грантоедов. И они заняли все посты. Но как для меня, который оценивает развитие Украины в сторону Европы, это положительный момент. Как для меня либертарианца, это недостаточно положительный момент. Потому что либертарианство хочет избавиться вообще от государства. Оно хочет, чтобы здесь было минимум государства. Чтобы государство не участвовало в экономических процессах, потому что это ведет к взяткам. Поэтому вот двойственное у меня чувство. Я так понимаю, сколько вы либертарианец, вы, зокрема, підтримуєте легалізацію проституції, так, одностатевих шлюбів. Ми Ми за свободу. І ми вважаємо, що право людини пользуватися своїм тілом, вибирати пол навіть, це право людини. Ну, скажіть, будь ласка, ніхто не може йому вказувати. В цілому ви підтримуєте легалізацію марихуани, одностатевих шлюбів та проституції. Так, як елемента свободи. Але давайте уявімо ситуацію, якщо у вас троє дітей, хтось з них приходить до вас і каже: «Тато, я хочу зізнатися, я гей чи лесбійка». От якою буде ваша реакція? Я ж воспитан в традиційній сім'ї, в традиційних православных ценностях. Да, все равно на нас повлияло государство. Мы воспитывались в Советском Союзе. Не очень мне будет приятно, я вам скажу. Но, как человек цивилизованный, уже находясь, так сказать, в мудром возрасте, я должен буду принять их выбор. Вот простыми словами, щоб усі зрозуміли, ваша мрія – податковий рай в Україні. Да. І що таке, от коротко, просто, що таке 5-10? Ну, смотрите, налоговий рай, тобто це попытка установити на території України саме низьке налогообложення і зробити саму свободну економіку світу.
То есть в мире это должна быть аномально свободная страна по бизнесу. Это открытые границы, свободное хождение валют, никакой государственной собственности государство не занимается. То есть очень свободный бизнес. Короче, достигается ситуация, когда свободное передвижение товаров, денег и людей. Вот это главная задача. А ключом к этому является вот эта система 5-10, когда внедряются самое низкое налогообложение. 5, покупаешь – платишь. 5% за покупку. Да, 5%. Да. 10... Приходишь в магазин, покупаешь – платишь. Угу. Покупаешь сырье – платишь 5%. Продаешь – платит тот, кто у тебя покупает. И 10% – это социальный налог. Шальная утопия – це? Нет, это потрясающая идея для Украины. Ну, я маю на увазі намагатися реализовать эту идею в Украине. Послушайте, ну все утопией можно назвать. Какая разница? Это идея. Эту идею я продвигаю, в эту идею я верю. Она просчитана. Что если, допустим, мы бы сейчас отменили НДС коррупционный, отменили пошлины и внедрили 5% с продаж, а также за перевалку через границу, то у нас денег было бы столько же. Только мы бы избавились от всей коррупционной машины, от всех вот этих вот учреждений, которые считают это все, а также от коррупции на таможне. Но кто ж хочет избавиться от коррупции? С коррупцией выгодно бороться, создавать кучу коррупционных органов за деньги. А я предлагаю не бороться, а убрать причину коррупции. Вот в чем. Поэтому это идеальное будущее для Украины. Если мы все хотим стать богатыми. Если украинцы хотят стать богатыми, они должны прислушаться и пойти за этой идеей в едином порыве. Короче, миллион людей должен стоять на Майдане не за жити по-новому, не за свободу якусь непонятну, не за там проти землі. Они должны там стоять за систему 5-10 и налоговий рай для себе. Тому що це єдиний спосіб остатися на своїй землі. Окрім інтересів шлунку, як то кажуть, є інтереси серця. Ви от про шлунок. Да. Потому что если вы в стране не удовлетворили первую ступень пирамиды Маслоу, все будут думать животом. Все будут продаваться на митинги, как подставки под флаги. Как только вы удовлетворили первую часть пирамиды Маслоу, еда, одежда, секс, вы можете переходить на вторую часть, безопасность. Как только вы, а это еще дороже стоит, как только вы удовлетворили безопасность, вам надо комфортность. Вы начинаете искать лучший дом, лучшую квартиру для себя, у вас есть на это деньги. Дальше вы занимаетесь красотой, а дальше вы отвечаете на вопрос, кто я. Кто такие украинцы сейчас в мире? Давайте так откровенно, как умные люди, скажем, да, не будем их хвалить. Это самый нищий народ в мире, согласны со мной? Еще живет не на очень хороших холодных землях. Что я хочу добиться? Чтобы это были самые богатые люди мира. Вот это вот единственное отличие партии 5-10 от всех остальных. Вы одного разу сказали, что ухиляетесь от сплаты податков. Все ухиляются, а не только давайте я. Давайте цитату подивимося вашу. Да, пожалуйста. Звісно, не плачу податки. Звісно, ми мінімізуємо податки, як тільки можемо. Ми ховаємо від держави все, що можемо. Коли будуть правильні податки, тоді я платитиму. Я не зобов'язаний платити такій державі. Вона мене обкрадає. Ну, дуже мудрі слова мудрого чоловіка. Фактично, ви, ну, це чесно, да. Але з іншого боку, ви зізналися в тому, що обкрадаєте державу. Послушайте, да ніхто не обкрадає, це держава, там сказано, це держава мене обкрадає. Я у свого бухгалтера спросив, говорю, скільки я вот по году плачу налогу. Ми посчитали $100 в день. Потому что она мне сказала замечание. Вы сказали, что вы не платите налогов, так вот вы платите $100 в день. Вот что происходит. Вот поэтому появляется схематоз. Вот поэтому появляются ФОПы для минимизации зарплаты. Вот поэтому появляется там 100 печатей на одной компании, потому что надо НДС размыть. Вот поэтому у нас пошлины на таможнях создают что? Коррупцию таможенников. А на чем играют? На ценах бизнесмены играют. Как попадают к нам мобильные телефоны с вами? Он сейчас 11-й вышел, надо покупать. Да он уже есть в продаже, легко везде покупается. За наличные. Это все схематоз. Мы не живем в этой стране нормально. Мы все схематозим. Но когда один говорит, да, и я тоже, я просто присоединяюсь к народу. А все остальные стыдливо молчат. А я нет. Вот Кравчука спросите. Не, какой схематоз? Я вот честный президент. На зарплату президента. Да? До речі, звернув увагу, ну, інша тема, але звернув увагу, що ви завжди спілкуєтеся публічно російською мовою. Це да. Якась така принципова позиція? Ну, це лібертаріанська принципіальна. Мені здається, що український політик мав би користуватися державною. Не совсем. Коли ви відстоюєте ідею лібертаріанства, ви вместе з нею відстоюєте свободу вибору. Да? Моя свобода выбора – это говорить, и право мое, выше, которое право законов, это говорить на родном языке.
родной язык для меня тот, на котором со мной мать и отец говорили. Они со мной говорили на русском языке. Я имею на увазе в публичном просторе. Неважно. Это мое право. Я отстаиваю так свое право. Я буду его дальше отстаивать. Потому что я надеюсь, что уже в каденцию Зеленского все-таки прислушаются к Венецианской комиссии. И все эти квоты на телевидении уберут. И, возможно, сделают все-таки русский вторым государством. Значит, вважаете ви те, що мова, зокрема, мова є культурним кодом нації? Швейцария. Культурный код нации и деньги. И 5 языков, включая тот, на котором никто уже не говорит давно. Я даже не знаю его название. 5 языков. То есть страна, которая оказалась между 5 странами, в горах, она приняла 5 языков. Почему? Потому что надо было все общины удовлетворить в рамках одного государства. И от этого Швейцария стала только сильнее. Почему у нас считается, что нельзя удовлетворить все общины? Ну, во всяком случае, у которых очень много людей. И если вы мне скажете, что русскоязычных там меньше 50%. Ну, от я тут підготував відео, цікаве відео з знаною поборницею української мови Іриною Фаріон. Давайте подивимося, і от цікаво, що ви на це скажете. Як навчити українців говорити українською? Дуже просто, не дати йому роботи і освіт. Це і в цілому світі. Спробуйте знайти роботу в Америці, якщо ви не володієте англійською мовою. Ви дістанете роботу в Франції, коли не будете знати французької мови. В Італії, що там наші так скоро щебечуть по італійському? Моментально навчилися. І у нас тут навіть ще заявляють про якесь право русскоязичних. У нас немає російськомовного населення, це або раби, або окупанти. І все. Тому ці люди не мають здобувати освіти, якщо не знають української мови, і автоматично не мають отримати роботу. Це Фаріон, ну, це, знаєте, такий рудимент, скоріше, 18 века. Це защита, так сказати, своєго племені. Ми живемо в сучасному світі 21 века. Вона нас пам'ятає Америку. В Америці є цілі міста, які говорять на іспанському тільки. І поліція вся перейшла на іспанському, і суди всі на іспанському. І в Америці з вами будуть говорити на тому язикі, на якому ви розумієте, знайдуть переводчика. Тому вона слишком заблуждається насчет сучасного світу. Тому що саме головне – це права людини. А людина має право говорити на тому язикі, на якому розмовляли його батьки. І на сам кінець бліц, прошу відповідати коротко. Хто, на вашу думку, найкращий президент України? Зеленський. Каждый следующий будет лучше. Это неизбежность, потому что мы выбираем как бы с другой культурологической сферы. Тобто, на вашу думку, более продвинутый. Янукович был краще, чем Кучма? Янукович был краще, чем Кучма. И кравче Кравчука, и кравче Ющенко. И, кстати, Янукович был одним из самых больших евроинтеграторов. Весь пакет документов до подписи – это Янукович путем заставляния своих людей много работать и много писать еврозаконов пробил и согласовал их. Поэтому, да, он лучше. В одному з інтерв'ю ви сказали, що є доволі жадібною людиною. Яка найкоштовніша ваша покупка за останній час? Найкоштовніша? Я навіть не знаю. Піджак купив. Дорогой. И сколько он коштует? Не знаю, 1300. Долларов? Евро. Евро. А сколько их коштует буханка хлеба? Не знаю. Я, во-первых, не ем хлеб, а во-вторых, не покупаю. Нет, во-первых, не покупаю, во-вторых, не ем. Ну, да, это гречка. Нет, я не покупаю, я не хожу по магазину. А какой ваш бюджет на месяц? А бюджет на месяц... Ой, раньше говорил, сейчас не хочу говорить. Просто не хочу говорить. Большой. Чи правда те, що, ну, це таке приватне запитання, можете не відповідати. Чи правда те, що ви робили пластичну операцію? Да, з удовольствием. А навіщо? Ну, чуть-чуть уколоти, чуть-чуть потягнути, щоб хорошо виглядати. Мені 59-й рік, я хочу виглядати хорошо. Я хожу к одному парикмахеру 15 лет или 20 уже. Чи даєте ви хабарі? Нет, вот этого я давно не делал. Дело в том, что у меня достаточно большая компания была в Днепре, да, там внизу давались, да, хабари, безусловно, они решали вопрос, но без меня, потому что меня нельзя было пускать к чиновникам, я ругался. Я вместо хабарей всегда ругался. Я и здесь вот поругался с Кличко, мне ничего не подписывают. А чего поругались? Ну, я критические некоторые замечания делал, видео выпускал. Вот. А как-то встретил его там, он говорит, я говорю, вы же мне все зажали, там ничего не подписывайте. Он говорит, мы помогаем только хорошим людям. А я так понял, что хороший человек, это у него Макитась Сукурбуда. Ну, вот это его хорошие люди сейчас разоряют город, и его, кстати, рейтинг похоронят. Поэтому иногда надо общаться и с плохими людьми, и помогать им. Классный фильм, что цікава книжка? Фильм, сериал. А что дивилася за останній час? «Корону». Ну, третій сезон «Корони» вийшов. Хороший вибір. Замечательно. Чи допомагаєте ви бідним?
Видным? Так. Ну, я же живу в обществе, в котором я обязан помогать. Это не только круг родственников, да, это огромное количество людей, которые, ну, где-то нуждаются. А... Через общественные организации нет, через волонтерство нет. Не участвую в этом, вот в этом вот всем. Что допомагаете вы АТО? Нет. Угу. Я вообще, я же пацифист, я против войны, особенно после Крыма. Когда я немножко до меня дошло, что война – это не шутки. І з ким би ви за жодних обставин не сіли за один стіл? Ну, це такий... Я такий любопитний, що не сіл би з ким угодно. Із-за любопитства. Дякую, Геннадію Вікторовичу. Мені здалося, що ви були відвертим і чесним. Да. Дякую, друзі, вам за те, що дивилися. Це була програма «Інтерв'ю». Сьогодні у гостях був Геннадій Балашов. Дякую.